Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые жюри. Доброго дня. Я Александр Павлик. Александр Павлик? Так. Это правда, что вы сын Виктора Павлика? Так, старший. Старший? Так. Соплески вашему батькові. Дуже дякую. Ваш батько знає, що ви хочете співати? Так. Він заохочує якось ваш спів? Так, але ж він каже, щоб я усього добивався сам. І не дає тобі навіть гроші на компакт-диски Серьоги і Йолки? Я сам покупаю ці диски. І заробляєш, так? І заробляю сам. Так це ти купив? Я. Ігор, я хотів сказати, що у нас в шоу «Син за отца не відповідає», тому пожелаємо удачі. Спасибо. Александру Павлику. Спасибо. Але перед цим ти скажеш, що ти співаєш. Пою я пісню «Відлітаєш». Українська пісня «Відлітаєш». Віктор Павлік? Віктор Павлік. Ні, ну ти ж хочеш свій шлях. Так. Ти ж хочеш свій шлях в шоу-бізнесі. Тепер співай другу пісню за це. Навіщо нам Віктора Павліка співати? Добре. Вот и кончилась тетрадь, а повесть не дописана. Прости меня, но обрывается строка. В жизни так бывает, что дальше я и сам не знаю. Забывается вчера, и ни числа, ни имени. Прости меня, я, что имею, не храню, а потерявши плачу, а у тебя ведь все иначе. Каждый день я искал твой призрак. Вопреки, я здесь, я с тобой, пока гаснет свет и стихнут твои шаги. Александр, очень красивый голос, красиво поете. Вроде как Меладзе, и в то же время не как Меладзе, по-своему. Это очень хорошая манера. Сценичная, приятная. Все у вас взаимодействует одно с другим. Жест, движение, глаза. Все очень приятно, замечательно. Ничего такого супер выдающегося, конечно, в вашем пении нет. Вы тоже себе в этом отдаете отчет, поэтому в этом смысле оценивать ваше выступление сложно. Здесь уже будут работать чисто вкусовые моменты. Но вы мне приятны. Мне кажется, такие исполнители должны быть. Поэтому я говорю вам «да». Александр, ну вы наверняка понимаете, что наличие такого именитого отца делает наше... Сужение, да? Как правильно? Журение строже. Ну вот я отца Александра не знаю. Я вот впервые увидел Сашу и ценю, оцениваю только его. А папа там какой он, что он поет или что, я не знаю. Я тебе потом наспеваю. Но я ожидала, правда, большего. Я скажу нет. Саша, есть такая приказка, может, ты читал,
На дітях геніїв природа відпочиває. Чув таке? Так. Серега, другий ні. Павлік вилітає. Все нормально, Павлік остається. Да. Твоє щастя, що Віктор Павлік не геній. Ти залишаєшся. Дякую вам. Спасибо. Спасибо большое. Саш, скажи, ну вот ты состоявшийся артист, ну ладно, те, кто там еще, там, знаешь, делают какие-то шаги. В принципе, что для тебя вот этот проект значит? Этот проект еще один шаг к той светлой двери, к которой я стремлюсь всю свою жизнь. И я думаю, даст Бог, я никогда-нибудь открою эту светлую дверь. Спасибо, X-Factor.